Вот, вроде мы как бы установили экран, сделали. Теперь поставим административную строку сразу же. В смысле, пока будет работать, а мы будем очищать, он как раз будет исправлять все свои ошибки, которые есть. Вот. Нам самое главное удалить папку old, вот эту вот, она ни при каком случае не удаляется. Но это старая версия, которая с ошибками у вас, она вот, она вся, вот обновление, вот, и вот, все прибамбасы, все ваши драйвера, кто как горазд, тот так и убирает. В принципе, простым дистиллятором не убирается, и ну, в принципе, безопасный режим, и все остальное она не удаляется там просто. Ну и вот это вот сразу как раз будет работать. Мы ее выключать не будем, пока мисс она не отработает, в принципе. После окончания все будет ясно, все показано. Достижение нашей цели. Здесь файл настраиваем, очистка системы. Ну и все, у кого есть, полностью так вот ставить надо. Окей. Сканируем. После окончания проверки мы по новой начнем. Сейчас пока на паузу. Ну вот, в принципе, здесь у нас смотрим, что вот старые файлы, система, ну, скорее всего, все здесь, 19 гигабайт. В принципе, очищаем. Вот, в принципе, уже очистка подходит к концу. Но вот так вот, если она выползет, такое окошко, это получается, вот она, сама папка old, вот она. Здесь, естественно, предупреждение идет. Потом можно проверить вот так, если свойства, сервис оборудования. Ну, в принципе, вот так вот. Но ее здесь почему-то никогда не бывает. Сколько я смотрел, сколько нет. Я, в принципе, очищаю, всегда делаю, да. Ну вот, в принципе, закончилось. Все. Ну, конечно, прошло маленькое время побольше. Но ничего страшного. Все освободилось. По папку old нету, как видите. Ну и начнем мы дальше продолжение банкета делать. Попробуем поставить дело сейчас. Ну вот. Ну вот, 614 исправить. Дейлов не хватает. Дейлы, сами знаете, нужны для того, что мы не только для игр, но и заткнуть некоторые дырки, которые программы не могут сделать. В принципе, так. Если у кого-то потом появится такое окошко и будет кричать, что через интернет, ну, придется через интернет сделать. Ну, по крайней мере, база данных у него большая, ну, в принципе, мне хватало. Ну, вот. Так, посмотрим еще. Еще здесь забыл убрать. Показать, где убирать. Ну вот, это лишний мусор. Удалить надо.
Это может быть появиться там делы, ну и все остальное. В принципе, так, запускаем вот эту. Реестр проверяем. Ну, целая куча. Это все, что от старых программ. В принципе, проверяем дальше. Куча. Ну, в принципе, и все. Утилитас. Бывает жестковато, запись идет. Ну, по крайней мере, что-то уже мало. Смотрим, что у нас с диском. Сказать, что хорошо, но ничего хорошего нету. После окончания я по новому включу. В принципе. Часто-то точно. Ну вот, как видите, в принципе, заканчивается оптимизация. Ну, то же самое сжатие жесткого диска. C, например. Может, D или у кого там что-то. В принципе, учитесь. Вопросы задавайте. Меньше ходить будете в сервисы, меньше деньги платить. Ну, как бы еще раз повторяю, или повторяюсь, что можете смело мне сделать удаленный доступ, то же самое. Ну, и чтоб не ходить никуда, ремонтировать. В принципе, так. Ну, если кто-то стесняется здесь писать, можете мне на почту закинуть. Почта у меня есть. В принципе. Вот так вот она будет у нас. Она, в принципе, уже практически собралась. А мы сейчас ее маленечко еще чуть-чуть сделаем. И у нас... четко. Предыдущую было первый раз поставил, потом второй раз поставил. Ну и замечательно получилось. В принципе, я не знаю, как вы, но я доволен.
Ну или что-то где-то, например, можете потом повторить еще пару раз, если вы сделали. Ну, смотрим реакцию компьютера нашего. В принципе, замечательно. Летает, только шум стоит. Конечно, мне маленькая мышка еще мозг выносит. В принципе, все исправлено, все работает, все шикарно. Кому не ясно, пишите. Всем до свидания. Подписывайтесь, смотрите видео. Учитесь. Еще раз говорю, меньше будете ходить. Меньше денег платить и меньше всего. Всем пока. До свидания.